Как вылечить грипп без осложнений в домашних условиях? Как вылечить грипп? Часть первая. Здравствуйте! Чтобы вылечить грипп без осложнений в домашних условиях, либо в госпитале, нужно совершать несколько групп целенаправленных действий. И первое – предупредить перегревание. Для этого вы должны уменьшить образование тепла в организме, а значит уменьшить эмоциональный стресс, уменьшить физическую активность до уровня самообслуживания и отрегулировать питание в зависимости от температуры, которая у вас присутствует при гриппе. Другой блок действий, который нужен обязательно, чтобы провести лечение гриппа в домашних условиях без осложнений, вы узнаете в следующей публикации на моем инстаграм. Не забудьте поставить на это видео лайк и поделиться со своими друзьями. А если вы хотите больше узнать про правильное лечение гриппа в домашних условиях без осложнений, в зависимости от вашего пола, в зависимости от возраста, в зависимости от уровня здоровья или, иными словами, сопутствующих заболеваний, а также в зависимости от степени повышения температуры тела при гриппе, от цвета кожи, от частоты сердечных сокращений и других показателей, которые характеризуют, правильно вы сопровождаете грипп, либо вы не все знаете про правильное лечение гриппа и вероятность осложнений высока, ищите канал «Доктор Скачко» на YouTube и канал «Школа доктора Скачко» на Instagram. Набираете «Лечение гриппа», находите нужные вам видео и получаете полезную для вас информацию, которая кому-то из вас сохранит жизнь, а большинству – здоровье. До новых встреч на моих каналах «Доктор Скачко» и «Школа доктора Скачко».